Женщина должна уметь спокойной в отсутствии вообще какой-либо информации. Катастрофа, да? Ты типа никогда не знаешь, что с тобой будет. Ты такая сидишь. Вот. Есть какой-то вариант, он наверняка есть. Я понимала так, как, помните, нарушитель говорит, вы себе придумали, вы себе загадали, вы точно знаете, что вы этого хотите, точно, все. Это означает, что вы сели в поезд под названием «Сегодняшний день», точка А, точка Б, это та ваша мечта. Вы уже едете, так дайте доехать поезду. Не надо как собака вот это в окно проверять, там едет, сколько елок осталось, может, не может выйти. Да ты ж валишься, ты ж не доберешься. Ты хочешь с одной ногой доехать, ты хочешь без головы доехать, ты как вообще хочешь доехать. И столько сил уходит на доехать, когда ты доезжаешь, можешь, да, гори оно со синим пламенем вообще, потому что нету внутренних сил принять желаемое, когда оно происходит, нет сил уже. Я так устала, выходя замуж, даже когда я вышла, думаю, фу! Я надеюсь, меня это очень все-таки обойдется. Надеешься все-таки? Я тоже надеюсь. Никому не желаю. Это не только про замуж, просто сама идея. Так надо загадать, как бы Ярослабон. Все, я еду, еду, смотри на елки, пей чаек, знакомься с этими попутчиками. Потому что ты же все пропустишь. А как же золотая фраза под лежачий камень, вода не течет? Да-да. А это, думаешь, легко? Просто для тебя лежачий камень — это лопата и пойдет там. Мужской вариант. Цель — это хорошо спланированный. Вот это, думаешь, легко — лежачий камень? Ты попробуй. Лежать. Это далеко не лежачий камень, просто наша работа внутри, ее никто не видит. Понимаешь? Это огромный труд. А иначе что мы тут сидим и сидим, сидим и сидим? Может, осваиваем его все без конца. Быть! Осваиваем быть! Блин, быть, что делать? Сиди! Ну, сиди! Мурчит! Сиди!